Я из дома брала огурцы, целый пакет. И мы свежие кушали. А сейчас я думаю, почему бы не засолить? У меня есть пакетики, у меня есть свежий укроп. Ну, не зонтики и семена. Водички мне сынок набрал. Смотрите, какая кристально чистая. Вам даже не видно, что там вода. Это из озера. Мы, кстати, из озера воду и пьем. Вот. Ну и буду огурцы. Почему у меня там вода? Буду споласкивать каждый огурец, хотя они с грядки чистые. И хвостики обрезать. У меня есть для этого специально оборудованный пакет для мусора. И сделаю малосольные огурчики. Жалко, нет чеснока. Ну, да ничего страшного, правильно? Где наш не пропадал. Зато будет солененький. Сахар у меня есть. Сейчас буду обрезать сразу. Так, а куда ножик-то делать? И адыгейская соль у меня есть, что самое главное, в принципе, во всем этом деле. Можно еще и сахар добавить при желании. Я не знаю, буду ли я добавлять. Я из дома, кстати, не взяла соленые огурцы вообще. Они у меня остались дома. Ну и хорошо, остались и здесь. Мои огурчики. О, папочка нашел налобный фонарь. Мы включили, как они называются-то, от комаров спирали. Комары не летают, все сразу же исчезли. Им здесь не понравилось. Огурчики, помните, мне Татьяна давала? Мы их с собой забрали. Тоненькие, маленькие. Они быстро просолятся. Да? Я не знаю. Вон, нет, вон одна воткнута моя только. Телефон стоит на зарядке. Его у меня на штативе. Съем уже. У меня будут в одном пакете мелкие огурчики, а в другом покрупнее. Те, что мелкие, уже утром будут готовы. Кстати, у меня есть мука. Я думала, что у меня ее нет, но у меня она есть. Немного, правда. Но этого хватит, чтобы завтра сделать оладушки с утра. Причем я сделаю, ну, такие оладушки просто на воде. Яиц нет, ничего страшного. И варенье из черники. Слава богу, мы в лесу. Черники тут завались. Правильное слово. Делаю. Сахар у меня тоже есть. Вон маленько есть. Ничего страшного. Сколько есть, только сделаю. Сахар потом докуплю. Вот. Сделаем варенье. Позавтракаем. И поедем дальше. Здорово я придумала. Конечно, здорово. Такое умиротворение. Все прекрасно. Нет никаких забот. Одна забота, чтобы огурцы не пропали. Чуть-чуть воды солью. Добро много. От души припёр. Сейчас мелкие огурчики выуживаю. Зато ребята пошли развлекаться на лобный фонарь. Нашли, пошли светить на берег, на другой берег прудика. Я, кстати, приняла чудесную ванну. Отошла подальше от лагеря. Там замечательный спуск к воде. Такой
ну, удобно заходить, удобно выходить. Твердое дно. Я прям не хочу вдаваться в подробности, но мне очень понравилось. Уже сейчас потемно, в 10 часов вечера ходила. Не страшно, ничего. Светло. Вот 10, даже уже 11 час. А вы видите, как у нас светло. Белая ночь. Жалко, чеснока нет. Где мой сынок? Привет. Ты куда бегал? В туалет. А. Приеду наверняка, но вот будут обновлять. Молодец. Это 100%. Ты у нас чеснок в машине нигде не видел? Нет. Очень жаль. Что такое чеснок? Здрасте, приехали, ты что? Не хочешь огурчик маленький слопать? Нет. Завтра с утра они уже будут солененькие. Смотри, какие все классные. Я не люблю соленые. Прямо корнишон. Ты не любишь соленые? Да. Ты как раз таки любишь соленые, ты не всегда говоришь, кислые можно мне? Ну так они не настоятся до завтра, до такого состояния. Ну до кислоты не настоятся, но будут малосольненькие, вкусненькие. Что, рыбка ходит? Да. Видел или что, почему ты дышишь? Видели. Круто. Они уже либо остыли, либо не высыпали. Сейчас заканчиваю практически. Еще мешок еще не положили? Я не знаю. Ты бери такой ярко-зеленый мешок, светлый. Нет, который сложенный, вот там в конце лежит. Слева в конце. Потому что два разложенных это наши. Это крупный и мусорный пакет. Это крупный будет в другом пакете. Я не помню, вот это и весь сахар, это же сахар у нас, вот в этой воде. Да. Понедельник? Сегодня понедельник. А что? Сегодня суббота, еще 2 недели у нас суббота будет. У нас еще 2 недели суббота будет. Нам завтра первонаперво в магазине нужно купить сахар, муки и яиц. А все остальное мы можем приготовить. Причем муки прям надо килограмм смело, а то и 2, чтобы оно ездило, чтобы можно было испечь что-то, лепешки. Блин, везде ешь. Да, они ловят интернет вообще. На ухналь. А в берлоге у Киры будет этот, ну, розетка? Да, розетка, ты чё? Просто розетка обычная самая. Не знаю, посмотрим. Слушай, Святослав, вот эти 2 чашки, отнеси воду, ну, туда подальше вылей, а чашки сполосни и все. Сполосни их, чтобы они были чистенькие. Это уже чистые они должны быть на завтра. Так, все, у меня получился вот пакет огурцов. Не пакет, а в пакетике. И вот второй. Здесь у меня укроп. Что, собственно, самое главное для таких огурчиков. Раз это единственная приправа и адыгейская соль, то чуть-чуть побольше. Добавлю. Жалко, у нас нет этого. 20-й раз уже говорю. Чеснок.
Я еще думала взять с собой. Кстати, вода еще теплее стала. Да, я сейчас вот купалась, вода теплая прям. Сейчас вода купалась. Ну, не час. Ну пусть даже если час. Все равно 10 часов вечера купалась. Уже 10. Все равно она была тепло. Здесь гораздо медленнее, чем еще в Питере. Да. И соли. Соли так. Сколько посолится. А ну, Виталий, открой сахар. Зря я дрова собирала. Ну да, мы костеры не собирались. Здесь костры жечь нельзя. Мы для этого плиту купили. Все, можно закрывать. Мы для этого купили печку, чтобы даже и не разжигать ничего. Мои огурцы. Эти покрупнее, попозже. Эти поменьше уже, наверное, до утра так подсолятся. Вот вкусно. Сейчас еще дадим пакет. Как бы подставим. О! Вот это. Начали пахнуть просто такие огурчики. Знаете, их только посолишь, и все, у них началось. Хорошо, что у нас укроп здесь. Ничего у нас только нет. Я, кстати, Виталь, вон там пошла. Помнишь, мы в прошлом году, где грибы собирали? Головочка. Там вот такая бутылка 1,5-литровая, наполненная солью, стоит прям под столиком, видать, знаешь, ну, думаю, вдруг кому-то понадобится соль. Лучше пакетики держу. Эти пакеты. Надо же. Пойдем. Доброй ночи, друзья мои. Не скучайте.